9 мая в Сочи прошли не только патриотические, но и спортивные мероприятия, в том числе уже ставшая традиционной легкоатлетическая эстафета. Школьники, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений собрались возле стелы «Подвиг во имя жизни», возложили к памятнику цветы. После вышли на старт. Забеги молодые люди посвятили участникам войны. Маршрут эстафеты проложили по улицам Гагарина, Конституции, Несебрской, Поярка и Курортному проспекту. Спасибо вам. Большое мероприятие с праздничным обедом прошло и на Мацесте. Вместе с главой города поздравить ветеранов пришел и заслуженный художник России Никас Сафронов. Он пригласил участников войны бесплатно посетить свою выставку, которая проходит в эти дни в Сочи. Кстати, ветераны собрались в здании Мацестинской водолечебницы во время войны. Здесь был развернут один из крупнейших госпиталей. Здесь на ноги поставили сотни солдат советской армии. Минутой молчания почтили память сочинцев, не вернувшихся с войны, на мероприятии, которое провели на центральном городском кладбище. Здесь установлен памятник павшим воинам. Здесь же захоронены десятки героев войны. На памятном митинге отметили, что на фронт из Сочи ушло 19 500 человек. Из них 4 500 не вернулись. Участники митинга в память о подвиге земляков возложили к памятнику цветы.